Лариса Ульяненко. Здравствуйте! На этой неделе самым теплым регионом окажется Сибирь до плюс 35, а вот на юге страны жара пойдет на спад. В Черноземье же ни жарко, ни холодно, и кратковременные осадки. Кратковременные? Не обязательно, дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Под таким дождем гидрометцентр подразумевает осадки, которые длятся не более 3 часов. Так что не расслабляйтесь и захватывайте зонты. 26 июня в Старом Осколе, Губкине днем 20-21 выше 0, ночью 13-16. Малооблачно. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 745-747 миллиметров. Магнитное поле спокойное, луна убывающая. Световой день за неделю сократится на 3 минуты. Рассвет в эту среду в 4:14. Закат в 20:48.